На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький по размеру портфель. Получал он зарплату маленькую, но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.